под праздник, под воскресный день. Пред тем, как на ночь лечь, старуха жарить принялась, варить, тушить и печь. Стояла осень на дворе, и ветер дул сырой. Старик старухе говорит: «Старуха, дверь не закрой! Мне только дверь и закрывать, другого дела нет! По мне пускай она стоит, открытой сотню лет, так и без конца между собой вели супруги спор, пока старик не предложил старухе уговор. Давай, старуха, помолчи, а кто откроет рот и первый вымолвит словцо, тот двери и запрет. Проходит час, за ним другой, хозяева молчат. Давно в печи погас огонь, часы в углу стучат. Вот бьют часы 12 раз, а дверь не заперта. Два незнакомца входят в дом, а в доме темнота. А ну-ка, гости говорят, кто в домике живет? Молчат старуха и старик, воды набрали в рот. Ночные гости из печи берут по пирогу, и петуха, и потроха. Хозяйка не ку-ку. Нашли табак у старика, ах, хороший табачок. Выпили пивка, хозяева молчок. Все взяли гости, что могли, и вышли за порог. Идут двором и говорят: сырой у них пирог, а им во след старуха: нет, пирог мой не сырой. Из угла старик в ответ: «Старуха, дверь закрой!